Всем привет! С вами Апельсинчик ТВ. И сегодня я покажу, как рисовать дополнительную одежду, если у вас такая есть дома, типа, ну, хотите вот уличную, например, хотите домашнюю. И вот вам ответ на вопрос. Вопрос он задался таким Дмитрий Павлюков. И вот сначала нам надо убрать это. И сделать вот так. Это самый стандартный в комнате. Вот так надо сделать. Ссылка на сайт в описании. И да, он называется Nova Skin. Это не обязательно писать по-английски, можно и по-русски. Я написала по-русски, и там показались эти. Блин, лагает. Когда я снимаю, мне всегда лагает. Ненавижу лаги эти. Жестокие лаги. И вот что мы делаем, закрашиваем руку. Первую руку. Убираем голову, я забыла сказать. Убираем. Она же мне мешается рисовать. А то мы можем ее зарисовать, и глаза, и не будет видно ничего. Ничего. Если вы хотите, чтобы ваша девочка купалась, то просто нарисуйте купальник. И она будет плавать. Вот так она будет плавать. Отстань. И на задней стороне также. Волосы вы, это самое. У мальчиков также будет. И да, если вы пацан или девушка, то смотрите это видео, то просто нажмите на любой скин, который вам нравится, из мальчиков, из девочек, и можете вот так вот повторять движениями, как я. И вы очень быстро научитесь. И да, я всегда закрашиваю волосы, потому что потом я их нарисую. Можете взять цвет. Блин. Сейчас. И чтобы не затягивать это время, я поставлю на все, закрасила волосы и взяла цвет. И сейчас я еще раз поставлю на паузу, включу музыку, чтобы было немного побыстрее. И что мы делаем? Рисуем одежду. Какую хотите. Короче говоря, у нас фигово получилось. Я перепутала за спиртом, поэтому голова очень надежная. Я надеюсь, что вы правильно это сделали, не то, что как я. Блин, что это? Ладно, надеюсь, что вы правильно все сделаете. Всем спасибо. И если вы хотите сохранить, то просто сюда нажимаете. Боже мой, что это за щедиада? И сюда. Ласта, и берете вот так нет. Вот и сохраняете. Называйте как хотите. Это ваше дело, если. Всем спасибо за просмотр. С вами
была Песочка. Всем пока.